Всем привет! Я сейчас нахожусь рядом с ГУМом. Приехала снимать витрины. Меня просили несколько человек поснимать московские моды на витринах. Сегодня последний день работы перед длинными выходными. Такие два похожих лука, только в разном цвете. Этот же бренд. А это уже Max Mara Weekend. В этом году обратила внимание, в моду вошли вот такие береты с помпоном. Сумочка Burberry. А это витрина Hermès. Здесь только один единственный лук модный. Сумочка прям с таким вот шпингалетом в качестве застежки. А это Dior. Белая рубашка и купальник. Хотя вот смотрю, многие наши блогеры модные говорят, что юбка-пачка не актуальна. Но у Dior актуальна. Это Пол Смит. Сантана уже убрали тыквы и работает фонтан. Это шапка Эрмана Шервина. Розовая, со стразиками. Многие бы сказали, что это безвкусица. И сумочка. Серая с золотой фурнитурой. Вот здесь просто разложены брюки серые и внизу манжета. А это туфли Искада. Тоже, как видим, все дорого-богато. На плоской подошве. Нет, большой каблучок есть. Сумка Искада. Она совсем маленькая. Ну, мне кажется, где-то 20 на 15. И это тоже Искада. Девушка в кардигане с кадом и кожаных брюках. Это тоже из када, это кофточка с кружевом. Кофточка здесь еще на витрине. И такие же туфли, которые я снимала чуть ранее. А это Этро.
небольшого размера, это совсем маленькая. Это чуть больше уже. И сумка, ведро, торба. Как ее назвать, не знаю. И везде логотип. Вот два лука Максмара. Максмара. А это витрина Прада. На второй этаж. Тут увидела магазин Twinset. Про него Аллочка рассказывала. Несколько раз снимала, и я решила показать нашу витрину в Гуме. И это тоже Twinset. Вот что интересно, ботинки с золотой фурнитурой, а куртка с серебряной. И этот Twinset. Такое платье, туника и ботинки. Ой. А это Марк Кейн. Не знаю, правильно я прочитала. Маркен. На противоположной стороне магазин Пимка. Видите, там анималистичный принт. Очень много где видела в последнее время. На второй этаж. Гум украшен велосипедами. Но, естественно, они продаются внизу, магазин велосипедов. И вот такие своеобразные лавочки. Не все разные. Вот видите велосипеды? Можно опознать по листьям желтым. Много. А вот эта витрина. Знаете, ретро, да? Но это витрина магазина очков. Они находятся и на первом, и на третьем этаже, на третьей линии. Мы с вами на втором. Но это как бы их реклама и витрина. Манекены в очках. А вот этот ребенок почему-то без очков. Вот еще одна необычная скамейка. Они в основном такие без спинок, а это даже со спинкой, что очень удобно. Здесь на втором этаже тоже есть ветро. Конечно, отсвечивает. Мужская мода. Мужская барсетка. Сумочка поменьше, это очень плохо видно. А эти девчонки одеты в Максмара. Туфельки Джимми Чу. Для особых случаев.
я буду закругляться с модами, луками. Надеюсь, что вам было интересно, что-то взяли для себя на заметку. Надеюсь, что не забанит мои видео из-за музыки, потому что очень много советской музыки попало. Вот новая песня начинается. Видите, тут везде продают мороженое, водичку. Много кафе, все работает сегодня. Последний день перед каникулами. Я тоже уже съела одно мороженое. Мне попался стаканчик до конца не заполненный. Вот такая вот невезуха. Все, выходим на Никольскую улицу. Снова попадаем в Новый год. Всем пока!